зашел. Вода зашел, вода зашел. Вода зашел. А, что ты сделал? Я не знаю. Так, здесь пока. Вот это конструкция. Далее. Самое интересное, что тут будет. Так, открываем. И пришло по кишечкам. Пошло. Что, не капает нигде? Ну, пока не знаю, сейчас пока. Вижу, глажу. Гладь старательный. А! Что это? Что ты сделал? Так должно быть? Ну, открыл кран. Ну, там есть, видишь? Там есть, там есть. Все? Все? Ну, вот эту сопли развести осталось. Это уже как бы совсем другая история. Ну, пока так, да, на сегодня? Ну, все, это уже потом вот трубки просто туда-сюда. Только надо завтра уже точно знать, что где у нас метро с душем, где у нас с архивом, чтобы я уже в стенке хоть одновременно закрепил. А, еще надо провод запустить обязательно. Херню проверить. Нравится твоя работа? Нет. Ну что, красиво сделал? Параллельно, так ровненько. Красиво, так красиво, потому что пошел пробуздыхал. Ну, зато сам сэкономил денег. 2 дня бедный тут собирал. Первый душ. Все, искупался. А я сегодня приготовила первый раз в жизни шурпу. Какая вкусная получилась у меня шурпа на говядине. Смотрите, какая прелесть. Не знаю, правильно, неправильно, но мне очень вкусно. Первый снег у нас. Первый снег. Начинаем строить стену. Дырки уже заложили. Вот уже первый рядок пошел. Сегодня нам еще привезли всякие направляющие, утеплители. Вот эти кирпичи привезли, гипсокартон, куда же без него. Всякие мешки с клеями. И вот еще покажу, что Слава тут уже наваял. Вот уже сделал разводку под раковину, стиралку. Целый космический корабль построил. Поставил уже под унитаз. Сделал разводку под душ-кабину. И вывел на кухню тоже трубы. Там. Вот такой вот молодец. Огурец. Кто-кто? Ты? Что вы об этом думаете? Я. Кац предлагает сладкое. Кто? Сейчас сегодня приходили кухонщики, и вчера приходили кухонщики, рассчитали нам. Все никак не можем определиться с цветом. Вот такие пироги у нас. Ну, в общем-то, пока все.
волшебные штучки свои, тут дрючки. О, все. Играется, сидит. Брум-брум, скажи. Брум-брум. Брум-брум-брум-брум. Виу-виу. Походные условия. Жена принесла поесть. Вот такая наша доля 20. Строительная. Что за 20? 20 минут принесла поесть. Не ври. Ты уже большие позаддувал? Что она у тебя уже не лезет. Что я не нажимаю сильно. Я зажался сейчас. Так ты нажимай и держи. А где ты уже задул? А, вот тут? Вот там, нет, вот там все дома. Тут все сидит, да. Где? А, вот это. Ну, вот это много. Электрику делаем, а я тут замазываю уже дырки. Вот. Это я замазывала. Но тут они слишком глубокие, тут за один раз не замажешь для кондиционеров. Ну что у тебя тут? Нравится тебе? Прикольно? Да, я попробую. Ты курганы трогаешь, скажи. Вот это что делать? Ну, там уже часом ничего не надо. А? Наверное, не надо. Чтобы меньше замазать. А где еще надо? Кого? Вот эти. Вот там еще. Кого выкидывать? Вот это. Что-то еще есть? Нет, много. Ой, вот там еще. Где? Это не прилипает. Мы тут зашли в такой магазин крутой плитки. Вот думаем, купить себе такую птичку или нет. Но птичку не знаю. Слова, стань рядом с птичкой, чтобы было понятно, насколько она красива. Но шикарную такую ванну мы, наверное, все-таки себе купим, да? Чаша такая. Это ванна. Вот такие вот. Плиточки. О, какая ванна черная. Нравится. Цены сказать? Посмотри вот на эту плитку. Ты сейчас заценишь ее. Смотри, какая. Громаднейшая. Это все одним куском, да? Одним куском? Да? Сколько она стоит?
такой кусмичище. Знаешь? Офигенная. Вот это, например, вот сколько стоит. 6163 за квадратный метр. Вот это мне очень нравится. Такая глянцевая. Тоже 6 с чем-то. Это мы зашли в отдел такой. Очень лакшери варианты. Вау. Сколько такой кусок? 7300. Да всего-то. Как 15? Не, я говорю за квадратный метр. 7000 за квадратный метр. Принесла Славику еду. Ну так возьми еду-то. Чё он тут уже натворил? Так, батарею повесил. Там кондиционер будет. Здесь полы закладывает. Сломал вилку. Принесла бы. Продолжаем ломать стены. Расскажи, что ты вот так сделал, как ты это назвал? Кого? Что? Как ты это назвал? Усилитель? Это называется пилите сук, на котором сидите. Не, он там проложил какие-то штуки, мы просто дверь переносим. Короче, вот здесь вот стенку достраиваем. Переносим отсюда сюда ближе. Так, вот он сделал тут батарею уже. Обстроил тут. Вот это мы сегодня приклеивали утепление. Надо почистить пену. На пену приклеивали. Подставляли вот эти палки. Так, сегодня нам пришли уже кухню полностью. Замерили. Мы заказали уже вчера кухню. Вот еще у нас мусор пособирался опять. Полторы машины вывезли, опять куча мусора. Ну, а здесь все без изменений. Вот он только здесь все заложил дверь. Все это подцементировал. Здесь будет полочка для шампуней. Тут будет душ. А здесь дверь заложенная. Со знакомой со своей общалась, они тоже сейчас делают ремонт, и она мне говорит: чё, кто у вас ремонт делает? Я говорю: да мы сами делаем. Она говорит: о, классно вообще. Мы, говорит, нанимаем, ищет просто сейчас кого нанять. Выйду, а то там слишком бахает. Так она говорит, балкон мне, говорит, вчера посчитали. 120 тысяч на балкон, представляете? Я говорю, что у тебя там за балкон? Золотые стены, что ли? Вот я сегодня подзадувала тоже. Тут дырки такие, он подоконник вытащил. Ой, здесь кто-то сдох. Ну вот, балкон они, значит, посчитали на 120 тысяч. И ужас вообще какой. Вот, что-то 7 точек электрики, шпаклевка. На 60 тысяч вообще. Мы вот электрика наняли, 20 тысяч мы заплатили за проводку во всем доме. Вот он все вот это сделал. Это мне еще надо позамазывать. 20 тысяч мы заплатили за работу и
15, по-моему, или 20 за материал. Вот. Остальное мы делаем сами. Слава, всю сантехнику сам развел. Ну, естественно, подделки тоже мы все сами. Вот потолок еще будем нанимать, еще пока не считали, сколько нам уходит потолок. Так что я представляю, вообще я посчитала примерно, сколько мы экономим денег. Да, Слав? Вообще, я в шоке от того, как что Оксана мне вчера сказала, но другая Оксана. Все говорят, что это не муж, а другой. Мне никто этого не говорит. Я это и сама знаю. Они молча завидуют. Они не говорят. Уже два или три человека, тоже знакомые, просят его, чтобы он пришел плитку им сделал. Говорит, приди, посчитай, Слава, ну приди. Он говорит, да некогда мне. Свое надо делать. Можно по улице повыпьем. Может, ты все-таки сходишь, сделаешь? Нет. Ну иди, сделай. Самым любимым нашим друзьям сделай. Дипломный проект дал по заточке карандаши. Так не видать его. Сейчас будет стоять и смотреть на меня, контролировать. Ну я что пишу? Что ты делаешь? Это что такое? Галочка. О! Отрезала. Смотрим. Что я тут отрезала? Поместится? Поместится. Пришел контролировать, небось, уже пришел. Все, уже пришел. Контролер. Наверное, чтобы посмеяться, что у меня бы сейчас не влезло бы, он бы посмеялся надо мной. Вот 100%. А у меня влезло все. Идеально. Так, станина. Что ты делаешь? Подожди, я так не могу. Ты спрятался? Че не пойдет, когда пойдет? Пошел проверять меня. Господи, ну у нас так дело не будет, если каждую палку будешь. Я тебе покажу сейчас, ну что это, блядь? Так это не туда. А куда? Это все сюда же. Нет. Что нет? Нет. А мы не будем все закладывать все надо доски? Надо тебе вот эту тебе сделать, потом тебе надо сделать вот эту. Я думала, мы все будем вот так вот палки. Так я тебе для того пришел за палку показывать, как вырезать следующее. Стратила палку. Ладно. Че, я ее сейчас вон туда допилю, да и все. Короче, вот. Видишь, ничего не стратила, все ровно. Сюда, вот сюда. Потом отсюда вот до отсюда. Так надо было мне сразу сказать, что по периметру, господи. Смотри. Как там сейчас так, сигареты нельзя показать? Потом смотри вот сюда. Я уже все поняла, Слава. Вот такие пим-пим-пим через 40 сантиметров. Пим-пим-пим-пим-пим. Так надо сразу фронт работы выдавать, а не когда уже попилила. Ладно. Что-нибудь сейчас напинкаем. Как палок-то хватит? Как говорил Тимофеев, помощник должен быть в меру острый и в меру тупенький, средний. Потому что слишком острый помощник, как бритва, можно порезаться. Взяла и напердолила палку. А слишком тупенький что? Ничего не побреешься с ним, нифига.
Потом в меру. Иди уже.